Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 18 серии турецкого сериала «Спрячь меня». Ранее мы увидели Нас, которая не может серьезно относиться к тому, что ей говорит Инджила. Девушка готова рассмеяться ей в лицо. Она говорит Инджиле, что эту комнату сможет увидеть только в своих снах, ведь всю жизнь комната принадлежала ей. Но Инджила полностью игнорирует это, и на ее сторону становится Атиф. Мужчина говорит, что теперь комната по праву принадлежит Инджиле. Для нас, которая привыкла к роскоши и потыканию каждому своему слову, это становится настоящим ударом. На следующий день Инджила просыпается в комнате, которая до этого принадлежала нас. Девушка будет прислуга, как и положено по ее теперешнему статусу. Нас приходится делить с Мете небольшую кровать в комнате, которая совершенно не похожа на те, к чему она привыкла. Пока Инджила полностью одна в руках работников особняка, нас приходится делать все самостоятельно, и это не может не злить девушку. Мате говорит, что судя по тому, что он узнал, она стала просто подражать самым противным капризам нас. Показывают мужчину, который интересуется тем, его ли сыном является Джихан. Он закрывается женщиной в комнате, чтобы она точно ответила на вопрос. Но Фюсюн с неким подозрением смотрит на него и интересуется, кто же ему об этом сказал. Мужчина хватает ее за горло и начинает душить. Инджила узнает о том, что случилось, по телефону. Атиф интересуется, не звонил ли кто-нибудь Осману. Судя по лицу Фелис, она и правда как-то замешана в этом. Премьера 18 серии турецкого сериала «Спрячь меня» состоится 29 февраля.